Тихо, есть. Схватил, смотрите, вон его труп. Он разорвал его, видели? Hey, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гуф, Тимончик, Чебузаврик, Пика, Куёка. Секрет, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Привет! Привет. Сегодня будем выживать от очень большого количества монстров Хендерсона. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание, веселье и угар. Погнали! Пацаны, ставлю сразу очень много монстров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отлечу подальше и буду смотреть, как они вас мочат. Особенно, знаете, мне нравится такой прикол, когда они на спауне стоят и гасят вас. Так, пошел в обход. Да, еще никто не идет. Они жирные? Они это наполовину жирные. Тихо. Да как он хватает меня, понял. Все, оторвал мне голову, отлично. Так, и с каждым разом будем добавлять. А нет, у меня хотелось сказать. Кстати, видите, он бывает хватает, но не попадает своей кривой конченной рукой. А нет, все-таки попадает. Да ладно. Ставим еще. Вот такого, крикливого. Да почему меня одного сжирают? Что за западло? Что такое? Ого, он разорвался на всю карту. Так, я убегу подальше. Ага. Тима, ты чего? Да нормально все, не переживай. А, они позастревали. Хорошо, я сейчас поставлю тех монстров, которые не будут застревать. Вот этот не застрядет. Ну не надо. О, вот этот ты как-то. Он лазит! Он может лазить! Тихо, есть! Схватил, смотрите, вон его труп! Он разорвал его, видели? Хорошо, что он пошел в ту сторону. Давайте еще такого же поставим. Мне он понравился. А че на меня агрится сразу? Я же на твой. Туда не кричал. Так. Отходим сюда. А что это за голова? Раньше эту голову никогда не видел. Я сейчас видел, что от моего лица происходит. А что там происходит? Мясо? Ой, трясучка и крабчики. Ого! Они прыгают! Видели, как высоко? Так, надо сюда скоренько прыгать. Отлично. Стоим, ждем. Опа, все замерло. А что с ними? Они выключаются по какому-то таймингу или что это? А, этот замер, смотрите. Дурак, что ли? Иди сюда. Не застрелил. А он застреет. Ой. Так, еще одного челика съели. Давайте пройдемся. Он кричит. Да ладно. Урок. Ого, не прыгай. Это прикольно, мне нравится. Мне очень это нравится. Ого, какие они звуки, да, издают прикольные? Да. Как он убил меня? Что за... Он на расстоянии убивает, да? Потому что да, так да, вот. Да. Он кричит, короче. Молодец. Давайте добавим еще молоко протухшее. Будут они драться, как вы думаете, между собой или нет? Молоко? Молоко, да, вот идет на лапах. Пошел. И что он кричит? Он дамажит на большом расстоянии. Да откуда ты взялась? Они друг друга убивают. А, ну вообще убил его на изично. Но вот этот монстр сиреноголовый, я вам скажу, очень мощный. Давайте еще такого поставим. А где он? Телепортируется! Как ты говно за спиной. Я уже забыл, когда он... Как это телепортация у него? Каждый подох. Ничего, сейчас будет их очень много. Да как он убивает меня на расстоянии таком? Хорошо, давайте поставлю, который не бьет на расстоянии, а который лупит руками. Ставим. Ой, Дима, не надо. Ну мы же хотим веселье, что было. Ну, ого, это армия сиреноголовых. Дим, что ты сделал, они меня окружают. Ну не бойся, ты умрешь. Ну что, пока. А, он не может спрыгивать, они обходят. Мне это нравится. Они медленные, да, какие-то пацаны? Да нормально, Дим, ты чего? Не сильно медленные. Так, тут вообще утонул. Не, они медленные. Мы их оставим, но добавим сейчас еще других. Не, вот. Во, на жопе, который скользит, мне нравится он. Жопа скользун. Как он еще называется, я не знаю. Скользящий жоп. Не, это упражнение на физкультуре. А у вас такие упражнения? Я бы хотел посмотреть, как вы их в реальной жизни делаете.
Ну что, дети, садимся жопой на пол и руками отталкиваемся. У вас вот так, да, происходит это? Я бы хотел посмотреть. Не, у нас это упражнение таракан называется. Таракан? Да. Короче, скажи учителю, что это должно упражнение называться сиреноголовый. Вот, я поставил самого такого мощного, быстрого, от которого, кстати, надо убегать на машинах. Мы, наверное, так в следующей серии сделаем. Мы будем убегать от них на большой карте на машинах. Мне кажется, это будет эпично. Так, так, так. Ну, привет. Вроде бы все спокойно, ничего такого не происходит. А кто в воде плюхается? А кто в воде плюхается? Я не знаю. Смотри, застрял, Дим. Застрял? Да, человек плюхается. Так, а ну я иду посмотреть, где там кто тусуется. Че, в воде тут есть кто-то? А он на линии, видишь бочку. Это моя лодка. А, это лодка твоя? Прикольная лодка. О, ребята, все, я поплыл. Давай. О-у-у! Люблю Гарри Смот, что здесь можно делать все, что вы хотите. Да. Ой, что со... Почему это ядерная ракета? А что со мной? А что я такой большой? Что со мной? Это баг какой-то. Давайте килл пропишем. Я забагался. Вы видите этот баг? Это очень прикольно смотрится. Что случилось? Эй, я забагался. А что случилось? Я большим стал. Большим? Да. Как так-то? О, нормальным стал. Но камера заглючила. Я такого еще не видел. Ребята, давайте так. Давайте, наверное, с ними повоюем. Давайте, берите оружку. Только не сильно мощную, чтобы не сразу завалить их. И постреляем. Или сам не мощную, а сам беру гранатометом фигачу. Эй! Да я ж, блин... Ах ты, зараза. Сейчас мы тебе дадим просраться. Тварь ты такая. А у них жизни много, да, наверное, я так понимаю? Убили! Да ладно, они убиваются! Нет, он... Да, убивают. Так, Serious M оружие обязательно. Так, Serious M2. Это пушка, да, их хочет? Ах ты, тварь, иди сюда, я тебе за подписчиков буду мочить. За подписчика и двор стреляю в упор. Понятно, зачем стрелять? Ну, обстоятельства, ты просто попал немножко не туда. Ого, улетела штуковина. В воздухе салюты делаем. А, замочили все. Хорошо, теперь мы, ребята, ставим имбовых. Чтобы им было очень сложно замочить. Ну что, давайте, а теперь этого. У него жизни реально много. А я... Ах ты, говно, блин, ты смотри. И ну он меня на стук еще дал. Поставил на всякий случай. Вот это вакханали у нас. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. Стараемся снять что-то очень-очень классное. Потому что в Гарри Смоте фантазию только надо приложить. А так можно все. Давайте, давайте, мы должны хоть одного убить. Как вы думаете, мы сможем убить хоть одного? Я баг нашел, Дим. Да? Я был вообще в другой стороне, куда он этот... А, ну это бывает так. Ого, они синхронно все делают, смотри. А, не, все. Ой. Они своим кликом отражают патроны. Да? А ну давай, я сейчас самоубийство. Да ладно. Они какие-то, да, читерские, эти сиреноголовые. Мне интересно, мы сможем хоть одного убить или нет? Ой-ой-ой, они прям на спауне подлёги. Ой, я сейчас знаете, что сделаю? Поставлю спаун еще здесь, чтобы они не могли читерить. Потому что только я люблю читерить. Так, давайте мы сделаем вот здесь спаун еще. Они хилятся, что ли? Так, и поставим еще вот здесь вот. В разных местах будем ставить. Вот, теперь они не смогут читерить, и мы сможем спамниться в разных точках. Тем самым продлевая себе жизнь. Блин, пацаны, что такое взять, что их может убить? Ничего не убивает их, да? Я знаю, давайте я сейчас включу худ, и мы хоть увидим, сколько у них жизни. Так, здесь у нас... А, у меня выключены. Тут галочку надо поставить. Во, теперь мы смотрим, сколько у них жизней. Ого, у них жизни, мы даже не потратили ни капельки. Да ладно, мы вообще не тратим жизни у них. А ну возьму админский пистолет. Убивается? А, убивается. Нет, у одного мы уже много потратили жизни, я вижу. Одного очень мало. Я его побил, хорошо, Сирус. Так, давайте тогда поставим другого, потому что, мне кажется, два этих челика, они прям очень жестко мочат. Давайте поставим вот этого вот. Этого легко будет убить. Да надо, не ссы, я так старо сделал.
Сейчас. Ой, я бомбу заложу. Ай, не дал бомбу заложить. Мистер Краб пострадал. Это моя. Ай, это что творится? Залажим бомбу. Я успею, я успею, я успею. Вали, 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 Димка. Сейчас, пацаны, мощная бомба взорвется. Надо оттуда убегать. Он со мной прыгает. Так, давайте. Нифига себе там разлетелось. Неплохо, неплохо. Чего у него жизни полная? Мы же вроде потратили неплохо так. Они хилятся. Он хилится? Это хилер что ли какой-то? Ой-ой-ой. Хорошо, я сейчас поставлю, знаете кого? Того, кого можно убить. Потому что это какие-то читерские, согласны? Так, ну что, давайте. Вы готовы к массовой бойне? Ничего себе ты поставил. Да ничего страшного. Удалим парочку, потому что что-то вообще переборщил. Ой-ой-ой-ой-ой, да ну что? Серия СМ2. Поехали. Во, я их нагибаю. Отлично, отлично, я вижу, как жизни тратится. Ты чё подписчика мочишь? Подлез ты такой. Я тебя с УЗИ буду гасить. Они мне зажали, это жесть. Блин, они реально жесткие. Да как с ними воевать? Полетели ракеточки мои любимые. И обычная монтировка, кажется. Да? А они тебя что, не убивают? Попугаи, мои любимые попугаи вонючие, полетели. Ну-ка, 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 долетят? Есть, есть. Ну, он какой-то как бронированный, да, что ли, пацаны? О, убил, молодец, куёка, красавчик. Кстати, с этими интересно воевать, у них жизни так, знаете, ну то есть баланс есть какой-то, вроде бы. Всех убили? Толпа мультяшных котов. Неси, 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 все будет хорошо. Я так 100 раз сделал. Так. Берем мои любимые пушки. Давай, 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 зараза, я тебя убью. О, отлично, вынес, вынес. Только не я, секрет. Да. Один выстрел серьезно, пушки, и они умирают. О! Вы что там дискотеку устроили? Давайте воевать с нами. Они стоят там, тусуются. Ой-ой-ой, их толпа. Вот с этим прикольно воевать. Они маленькие, такие подвижные очень. Давай, давай, зараза. Я супергерой, я вас спасу. Следующую серию мы будем записывать в лабиринте. Так что, ребята, давайте. 3000 лайков, мы сразу записываем выживание в лабиринте. Ого, он горит. Так, какое-то оружие беспонтовое. Хорошо, о. Ой-яй-яй, сжогли. Где он? Вижу. Попадаем, попадаем. Ого, тут трупов. А вижу еще. По стенам лазят. Вы что, вы сейчас меня убьете? Куча бо... Ой, красавчик кто-то, кто его убьет. Так и непонятно, кто это сделал. Но это было мощно. Где еще? Где еще? Всех убили? Да. Так, сейчас будет еще жестче волна, пацаны. Ой, сейчас будет вообще жестко. Надеюсь, у вас компьютеры выдержат. Тут так уже даже тема, выдержит ли мой компьютер. То, что я сейчас буду тут делать. Так, давайте. Блин, хотя что-то гигантское, но гигантские нейромонстры, они закрашат мой компьютер. Во. Горки, которые телепортируются. Ого, вы их крышите! Ой. А вы их убиваете быстро! Да вы психи, мужики, вы чё? Дайте мне хоть кого-то! А, они телепортируются! Они телепортируются! Да блин, это жесть, вы чё? Давайте вот эти пушки не использовать, вы убиваете всех! Давайте нормально огнестрельным, это читерско. О, не сгораю! Вроде бы. И телепортируются и сгорают. Тут это вы сделали здесь мясо. Да, да, конечно. Калаши надо против них. И зараза, горка отвали. Ты такого батон крышишь. Дай покататься. О, гос. Короче, они окружили меня.
Подлецы я такие, хотел а? Бомбу заложить, они меня сразу убили. Да они вообще мощные, они телепортируются, потому что. О, хорошо отнимают, потихонечку, но отнимают. Сейчас мы тебя сложим, горочка. Надеюсь, они не хилятся, эти горки. Зараза такая, а? А его, знаете, по худу видно, да? Когда исчезает, их видно по худу, где они ходят. Ай-яй-яй. О, пила! Блин, она меня сожрала. Ого, тут карта горит. Я буду тебя... Ох, блин, хотел ее запилить. Надо валить, пацаны, здесь такого устроили. Кстати, блин. Блины не работают. О, если попадают. Ты... Смотрите, как жизнь не тратится. Хорошо. Они ножиком, ножиком, режиком. Сюда. Попадай, попадай. Смотрите, по ходу видно, что попадаю. Не зря мы добавили этот мод. Четверо нагоняются. Давайте мы что-то возьмем. О, во, у меня есть такое мощное оружие. Зараза, зараза, патроны. Отвали! Отвали, вонючая горка. Отвали, ты говно, говно. Пацаны, помогите. О, во, гранатомет. А нет, это гранатомет. Кто там мой гов... Да ты смотри, что делается. А, все-таки сожрала. Блин, они как-то телепортируются и резко появляются возле меня прям. А, вот у меня есть. Да-да-да, у меня есть настоящий гранатомет. Где эти твари? Которые реально жизни отнимают прям хорошо. О, у нас тут уже пожарники есть. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Любой может зайти и записать. Вот смотрите, даже новенькие зашли, пацаны. Ух, красиво был взрыв. Ну что, нагибатор 2.0 пришел. Ну и зараза, зараза, зараза. Во! Ай. Ой, противотанковая пошла в дело. Заряжаем, заряжаем. Ты что, это посол? Потушил, мы сейчас опять огонь. Зря ты это делал. На, попей. Опять огонь. Да кто меня взрывает постоянно? На, гранаты тебе. Блин, да не убивается. Во, есть классная бомбочка. На, зараза. Ой, хорошо жизни отняло, видели? Ой-ой-ой, осколочная. Они не хилятся, нет? Нормально, да, они все, четенько? Да. Да отвали. Да ну блин, ты видишь, что творится? Так, ну что, я делаю жесткую зачистку. Убегайте, пацаны, все убегайте со спауна, летят бомбы мощные. Прощайте. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это... Ой-ой-ой, горка отлетела. А нет, у подписчик. А, то подписчик был. Я извиняюсь, пацаны, заранее. Еще летят бомбочки, я убегаю. Быстрее бегите, бегите, глупцы. Давайте посмотрим на этот взрыв. 3, 2, 1. Давай, есть. Что, живые еще? Или мы всех убили? Ребята, мы давным-давно не взрывали эту мощную бомбу. Так что пора ее подкинуть и разломать Гаррис. Вот как раз на спаун летит. Ой-ой-ой, я думал, вылетит. И радиация. Очень мощная бомба. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. После моей ролики. Чао.